Классное болото. А вот и газик, на котором мы утром ехали в бою. Ну что, вы много взяли? Взяли практически все, что могли. Только я даже не знаю, просто куда ехать. Прямо едь. Вот тут таких готочек. Вот тут справа-слева полно. Эти мы взяли. Взяли все? Не все, почти. Страхуют друг друга. Потеря времени, конечно, но надежнее. На свободную зацепили сразу лебедку. Натяжку. Да, организаторы такой объем работы проделали не детский. Сами едут. Так, и там каталажка после экстремального тюнинга стоит. ТГ-69 с новым дизельным мотором Мерседеса. 605, насколько я понял. Так, каталажка. Задним ходом. Это жгут. Красиво. Шикарный выход. Это... Привет, каталажку. Это каталажка, это не шутки вам. Ты взвешивал, сколько весит? А сколько, будка тяжелая была? Вань. Я не знаю. Будка. Тяжелая, да? Ну, вес уменьшили, мотор поставили взрослый. И сразу совсем другая история. Видите, вытекает все. Красивый выход с точки. А сама точка вот. Ну, вы все видели. Класс. Вот и задняя просто, да? Да, понижение бешеное. Просто. Исполняют. Да, понижение четкое. Блокировки нема. Нема блокировок? Красиво. Так, котлета. По крайней мере, морда Land Rover. Немецкие номера. Красиво. Тут уже все взяли, наверное. Да, теперь это топовый внедорожник. Это жесть. Военные мосты.
мерседесовский 605 мотор. Совсем другая жизнь. Ну да, метров 50 есть, да, наверное? Да. Да, спецучасток ночной будет на этой машине. Не, ну это тут апокалипсис без вариантов такой внутри. Так, зацепились. Пробил колесо. Да, там что-то щелкнуло только что. Да. Нет, колесо походу. А что тут пятиболтовое? Ваня, есть запаска? Нет, я вот, 20 бывает. Так, мы тут на дороге общего пользования. Хочет унизить хочешь, да? Топовый внедорожник японский. Смотрите. Без блокировок. Вес решает. Охренеть вообще. Как он это делает? Это конкурент всем реально. Да, 70-ка себя плоховато чувствует, еще и колесо пробили. И плюс антифриз. Небольшие проблемы. Ладно, сейчас. Пока есть возможность, возьмут пару точек. 60-я тут сразу с краю. Стой, я в машину залезу. Подожди, штурмана забыл, пилот, ё-моё. Успокойся. Ты очень резкий после обеда сегодня. Красивое очень место. Владик, прыгай ты! Вставай и ты, что тебе ходить? Ну я, блин, дивись, я вот там и нырну. Я сухий был целый день. Да? Я слышал, ты так кричал, когда нырнул. Сережа, підганяй, поїдемо туди ще на болото. Да. Доїхав? Ну, глушитель, да, это ж твоя. Сразу поехали на следующую. Куда вы? Так, ну там еще какие-то нашлись болотные точки, головы мелькали вдалеке. Сейчас 69-й по кругу, а мы по джунглям. Посмотрим. Ну просто как-то едет нереально. Вот вам советская техника, всем скептикам по поводу ее. Ну да, мотор Mercedes. Ну моторы у нас слабое место. Трансмиссия, кузов, все легкое. За счет этого едет.
Ни шин нету, ничего вроде такого. Как он едет, непонятно. Тут патрули до сих пор рубятся. Тут заход. Что, ты ехать будешь? Ехать будешь? Куда ты? Меня возьми, подожди. Меня возьми. А там чисто? Трошки грязно. Ё-моё. Может, сзаду пустое. Неожиданный подход. Да, общее сиденье, вообще не общее. Тут все на виду. Подожди, зачем зацепился? Бардачок. А куда мы едем? А мы не застрянем? А вот точка. Вот точка. Давай. Нормальное кино получается. А вон и Игоречек едет. Смотрите, что творит. Да, это не 69-й. Так, друзья, проник я вовнутрь этой машины. Ну тут что-то рассказывать бесполезно. Тут надо это просто видеть и прозревать. Опа, едет, едет, едет. Тут подрезают нас. Обгонять пошел, ну, зверюга. Это жесть просто. То, что тут происходит внутри. А куда мы едем? Что-то немного... Ё-моё. Как-то, слышишь, как-то проваливается сиденье временами. А не, оно играет. Играет, да. Очень точное слово. А то прямо, да? Жесть вообще, куда мы попали? А вон точка, вон она, видишь? Не попали немножко. Точка вот. Поняли, мосты выдерживают, колеса не очень большие. Есть! Долетели, вот на этом дереве точка. Блин, это просто трэш полный. А я без сапог, Ромыч с сапогами, пришлось сесть. Так, протирка номеров идет. Шлем, шлем одеть. Фиксация. Красавцы просто. Что происходит? Я думаю, удивляются тут все, и патрули, и Тойоты. Это просто какая-то фантастика, реально. Ваня, как это происходит? Объясни мне, блин. Это просто мерседесовский мотор и военные мосты, да, называются? 69-го раздатка, самое главное. А, и 69-го раздатка. Вот это она? Ёптаный бабай. Ты видишь, куда ехать? Просто берет и выезжает. И да, это там тоже. Да нет, там они мешают. Давай выедем, пусть они едут. Это жесть. Где там сейчас подивиться? Это жесть просто. Тут, ну, словами это сложно передать, что тут происходит. Это же какие Тойоты нафиг, да? Какие Ниссаны, друзья? Только вот. И когда вы там писали в ТикТоке,
не конкурент. Понятно, что не конкурент. Игоречек, я тут. Я сменил машину. Действительно, конкурентов у нее нет. Это сейчас, сейчас это видно четко. Сейчас это видно без вариантов. Раз и поехали вперед. Там где там точка? Что, будем ехать на нее? Это еще все задним ходом. Блокировки еще треба поставить. Ну хотя бы заднюю. Хотя бы заднюю, блокировок нету. Все. Приехали. Пока выпустить надо топовые внедорожники в виде Ниссана и Тойоты. Тойота подрезала нас и хочет опередить. Сиденье немного, видите, такое быстросъем. Но ничего, ехать можно. Играет немного, как сказал пилот. Зад чуть подмок. Да, патрулям тут непросто. В этом жестяке. Ну, классное место. Такие точки должны быть все. Пошел смотреть, куда ехать. Так, 70-ка, несмотря на пробитое колесо, продолжает борьбу. Ну как вы? А, это ты его сам вытягиваешь? Не, патрол тоже едет.